Познавая Бога Саваофа, познаем Его крепость и силу. И сразу в моем сознании при этом поднимаются земные стереотипы. Сильные мышцы, кулаки огромные, метание копья и борьба рукопашная, перчатки боксерские и меч острый, который все поражает. И так представляла себе, что Бог будет учить конкретной брани. Но у моего Бога это выглядит по-другому. В Его понимании крепость и сила – это любовь и прощение. Это смиренное сердце в Его святой воле. Это терпение в Его понимании. Это строгость с любовью и служение немощным. Это рука поддержки для упавших. Это совет, доброе слово. Это намного круче, чем махать кулаками.